Вот такое утро у меня началось с маски. Маска от Ив Роше. Всем привет! Красно! Красно! Представляете, забыла вам сказать. Привет, мои лапули на патуле. У нас так тепло, приятно на улице. Соседи вон сидят уже на балконах. Сейчас приготовлю себе сок с грейпфрукта и апельсинчика. Есть два вида грейпфруктов. Вот такие красивые, в оранжевом внутри, а также и желтые. Очень красивый цвет. Сейчас я выдавлю ее на такой, не электрической. Есть также у меня электрическая соковыжималка. Очень, ну, с ней возиться, мыть потом. Это быстрее. Раз, раз и все. Вот такой красивый, насыщенный у меня вышел, получился сок. Так как у меня маск, все стянуло, то я выпью этот сок с помощью трубочки. Так я делаю всю зиму со Шкимом. Сегодня такая погода хорошая, что я решила заняться пересадкой цветов. Вот именно в эти горшочки посадила вот эти цветочки. И это сейчас посажу. Большой горшок вот в этот, чтобы было все красиво. Сегодня капитально решила заняться своими цветами, чуть-чуть настроение испортили мне с утра, поэтому я решила вот заняться пересадкой цветов. Сейчас покажу вам результат, Ашка мне помог. Ой, ой, ветер сейчас подует, и все, весь вечер опять разлетится. Так, сегодня именно погода вот так. Полнолуние было, полнолуние. И будет убывать. А, неправильно я сделала. Надо было нарастающую луну. А я все сделала наоборот. Я такая дурында. Выпустила это из виду. Пересаживать сейчас нельзя. Надо было начать не с 13-го. Ну, что-то сегодня душа так хотела позаниматься цветочком. А вы придерживаетесь этих примет, что именно... Надо на нарастающую луну сажать цветы, пересаживать. Постригать волосы, стричь ногти. Мне голубь накакал здесь. Негодяй такой. Накакал на стул. Ой, что у меня творится сейчас на моем балконе? Это кошмар. Это кошмар. Ну все, ладно, буду убирать. Потом встретимся с вами вновь. Ну вот покажу, что я сделала вместе с мужем. Я, помните, было два здесь, в двух они горшках стояли, эти цветы. Я решила их посадить в один. Посмотрите, как красиво, да, сразу объем такой. Вот, прямо потому что от тяжести падала. Вот у меня сегодня такой красивый рай. И эти цветочки посадила. Вот этот кустарник у меня красивый, я вижу. Лапулечка моя. Так, что я сделала? Эти переставила сюда, с подоконника. Там чуть-чуть освободилась. Рассадила вот в маленькие. Здесь прополола землю. Прополка называется, помню, в деревне раньше мы ездила на Украину к тете, и там пололи землю. Вот и посадила вот такие красивые в эти бу... Выбросила один ряд такой, и вот посадила в эти горшочки. Вот так вот везде земельку прополола. Мне кажется, уже совсем по-другому. А это так красиво разросся. Тут два у меня вида. Не знаю, что это за цветочек такой. Это все мне анемчик дала. Ну и все. Сделала хорошее дело. А завтра мы с Ашкиным помоем балкон уже. Уже сейчас нужно бежать в магазин. Что-то надо купить. Так что времени нету. Все. Мы идем. Следуем дальше. Но перчатки мои. Все порвали мои ногти. Если вы видели сейчас, в каком состоянии мои ногти. Скоро на той неделе, наверное, пойду на маникюр менять. Ну все, мои хорошие. Пошли мы. Вышли с Ашкиным по делам. Посмотрите, никого, людей нет. Пустые улицы. Чуть-чуть прогуляемся сейчас и вернемся по нашему парку. Я занимаюсь цветами и Девлет, государство.
Смотрите, привело все в порядок. Там пропололи землю. Никого почти нет, но магазины работают. Можно выходить за хлебом. Решили с Ашкемом прогуляться, хотя бы километрик походить. Посмотрите, сколько собачек там. Так молодежь время проводит. Встречается из-за собачек. Идем и говорим, что, наверное, в этом году аквапарк не будет функционировать. Здесь смотрим, открыли бассейн F. Бассейн F, я спрашиваю, что это за F, не понимаю. Он говорит, газеты, редакторы. Ким Ашкем Дёрсун. Телевидение. Не знаю, как это. Ага. Ага, газеты читают. А, библиотека кюту... Кюту ханы? А, не библиотека. Чубане там каршида вар. Эвет, билиорум. Бурасы газете, газетичлер вар я. Угу. Газетичлер, басынын эви. Ну, газеты, кто любит почитать, приходит сюда и читает. В общем, разобрались. Ой, надо размять косточки. Раньше я как это делала хорошо. Для позвоночника. Раньше даже по этим переходила. Ой, все. Столько меня хватило. Ашкем ищет. А, борода и... А. Опа, Ашкем, молодец. Давай, Машкем, давай, аферинсен. Все? Бир сани. Кемиклери отсутман лазым. Ага, видите, спортсмены мы. Посмотрите, кто к нам пришел в гости. Ким гельди бизе, мисафырды. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün yengeme geldik. Yengem çok güzel yemekler hazırlamış. Yatak o biz... kadar güzel şeyler var ki sofrada. Şimdi göreceksin. Lezzetli lezzetli. Her tür yemek var. Yengemle vakit geçirmek çok güzel. Видите, çok güzel какая вакит geçirmek. Говорит, со мной у меня хорошо время проводить. Onu gördüğümü çok mutlu alıyorum. O, видите, çünkü... меня видит и счастливая. Hadi canım benim o zaman oturacağız. Evet, ekmek de var burada. Я сейчас вам расскажу. Так неожиданно все было. Я занималась своими делами, мы только пришли погуляли. Вдруг мой муж говорит, придет Узлем, говорит, с Энисом футбол смотреть. А, и говорит, что есть, то и покушать. Покушаем. Ну, я быстренько, как хозяйка, придумала быстро много чего. И очень обрадовалась, думаю, почему моя Узлемчик не приходит, уже надоело, друг на друга смотрим какие-то. Привет! Привет, Энис, привет! Энис у нас не кушает. Амбахады бакаджас. Афетосу. Ну что я приготовила? Быстренько им кофте нажарила. Картошечку. Вот это вчерашнее наше. Рыбку пожарила, мясо отварила, салатик. Афетосу на кадашла рыбу. Ашкем, пататай сварис, это Джексон варчок. Тамам. Афетосу суракону шарис. Тамам. Потом поболтаем с Узлемом. Сейчас Узлем приготовит мы сыр. Чайненно. Угу. Чуть-чуть надо масла туда. Соль. Üstünü kapatırız kendi kendi. O zaten karışma gerek yok. Yok. Pat 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 pat. Hı hı. Patlar.
Pat, будем ждать, pat. Nasıl sen ama? Hadi konuşarız. Evet. Nasıl, ne iş yapıyorsun? Vallahi çok yemek yedik. Много, говорит, покушай. Yemek yedik, şey oldu. Soda. Mide spazma. Soda iyi gelir. Spazma у нее в желудке. Моей красавицы. Çay da içersek kendimize geliriz. Evet, evet, çay çok seviyorsun sen. Evet, çorba da evdeyken içtim. Burada da yemek fazla yedim. Она дома покушала чуть-чуть суп. Yengem yemekleri, ne iş yapıyorsun? Her şeyi. Söyle insanlara. Vallahi işte evde kitap okuyorum, vakit geçiriyorum. Читает книги. Film izliyorum. Фильмы смотрит. Evi temizliyorum. Öyle Дом bugün убирает. Gezmeye gittik arkadaşlarla. Сегодня с подругами пошла погулять. Bir şey çıktık. Öyle marketleri dolaştık. Onlar bir şeyler marketten alacaklardı. Ama pazar günü sen korkmuyorsun çıkmak evden? Yok, Ciza. Bizim burada yakın yerlere gittiğimiz için bir şey olmuyor. Я говорю, не боишься ты, что yani, штраф? Yani dolmuş bir yere gitsem belki de. Она говорит, здесь поблизости пошли погулять. Sahilde gitmedik. Zaten sokaklarda kimse yok. Никого нет на улицах, да. Sahile de epeydir işte gitmiyorum. Yoksa yürüyüş yapıyordum, seviyordum. Güzel, 15 kilometre yürüyordum. Ooo, 15 kilometre. Her gün? Evet, her gün yürüyordum. Gülüyor. Ama işte bu virüsten dolayı artık hiç çıkmıyoruz. Да, раньше она гуляла, а сейчас из-за вируса дома сидит. Evde vakit geçiriyoruz, alıştık artık. Дома время проводит, привыкла уже. Arkadaşlarımızla yine de günlük yine de yürüyorum 3-4 kilometre çünkü ekmek almaya gidiyoruz, markete gidiyoruz. O benim küçük kızımla geziyoruz. Смотрит ребенка, она с ней гуляет. Bir komşumuzun kızıyla ilgileniyorum, ona ablalık yapıyorum. Соседским ребенком. Onu gezdiriyorum. Гуляет, гуляет. Более вакит гечер. Ойн ойнатирю. Севиру, мюля вакит гечер, иште. Зама. Олма емек япирю. Пицца севиру, бугиндарда пицца япирю. Сыну и готовит пиццу сегодня сделала. Он юварлак ачирю. Узерине кашар сыр. Сыр кладет на пиццу. Önce ama domates sos. Надо говорить томатную пасту. Üzerine şeyini, kaşarını, üzerine sucuk. Sıyır, sucuk, patron. Üzerine de sverku. Ne o, mantar. Mantar, gribi. Sosis. Sosis, mısır. En sonunda kukuruzu. Susam ekliyorum. Красную приправу. Fırında hemen 15 dakika bile sürmüyor. 180 derecede önceden ısıttığım için. 180 градусов 15 минут. Hemen 5 dakikada. 5 минут, 5 dakika. Isınıyor çünkü ben hamuru açana kadar ısısı yüksek oluyor. Şimdilik onu. Ben de kendime bugünlerde hep hamur yoğuruyorum, bazlama yapıyorum. Сама она делает тесто. Ekmek almıyorum. Хлеб не покупает. Bazlamayı açıyorum. Bazlama хлеб такой домашний. Yanmaz tavada pişiriyorum. С двух сторон обжаривает. Başlanmış yumurta. Отварное яичко, заворачивает. И вместе с чаем пьет. Başka bir şey gerek kalmıyor, doyurucu oluyor. Ничего нет больше. Başladı bizde savaş. Evet, çok büyük değil o. Yok. Gaz. Çünkü o yükselecek. Gaz diyorum. Ha, yok, iyi. O zaten bittiğini şeyden anlarız. O pıt pıt pat patlar durduğu zaman. Когда говорит, перестанет па-па-па делать, тогда готово будет. Tamam, hadi bekleyeceğiz o zaman. Teşekkür ederim, konuştuğun sen. Hazır. Вот и готово. Ой, ne çabuk çok yaptı. Как быстро приготовила. Пошли мы кушать и смотреть футбол. Fazla şey yapmalı dedik. Çünkü çok bereketli oluyor. Вот так смотрим футбол. Кем он Юрашкин? Фенербахче. Фенербахче, я в Трабзон. Трабзон и Фенербахче. Трабзон, все негры играют. Вот такой у нас мальчик, единственный чуджук, пизде. Волосы покрасил, сережку сделал. Купе давар, купе? Сашка, видите, какой красавчик. Не кушает ничего, только любит пиццу. Антони сервер без. Как мы со Шкибом отдыхаем. А
она говорит, что у нее Ерми Марта, а? Ерми Марта? Ерми и Тимарс. 22 марта у нее будет 19 лет, как она замуж вышла. И вот мы что-то на ужин нас приглашаем. Ерми Марта, бурда Невруз, шей байрамы, бахар байрамы. Bahar, evet, bahara giriliyor. Yani çiçeklerin açtığı bir mevsim var. Cvetaç, ilk bahara giriş şeyi, Nevruz kutlanıyor. Nevruz, praznik. Ateşin üstünden, sizde de var mı öyle? Bazıları ateşin üstünden falan hopluyor. Через огонь прыгают. Sizde var? Var. Украина'da var bizde. В Украине у нас же есть, правильно. Масленица, по-моему, да, прыгают. А, эвет. Sonra ne yapacağız? Keyif alacaksın. Yapacağız keyif. Sonra ayağını yıkayacaksın. Aşkım. Ne yapacağız biz? Ayağını yakıyorsun ateşte. Annem gelle babam şey var ya. Sevgi'ye şey yapmışlar da diyorlar onu da tuttu herhalde diyorlar. Hani gülün dibine bir şey ekiyorsun, şey yapıyorsun ya, dileğe biliyorsun. Önce göre neydi o? Özer sen biliyor musun Enis? Evet. Hani gülünce bir dilek diliyorsun da atıyorsun ya. Dileklerin karşı şey olsun diye. Ona bir şey diyorlar ya, dur. Hadi. Ben onu öğreneyim, dur. Onu size anlatayım. Batil'i nasıl sanır? Я так рада, что сегодня ко мне гости пришли. Я так рада, что они пришли, хоть кто-то пришел в наш дом. Давно у нас не было гостей. А вы знаете, что я очень люблю гостей, мои любимые зрители. И вам покажу злимчика моим. Так тепло у нас, аж ключом сидят без. Сейчас Светлана не мерзнет, потому что очень жарко. Ben 6'da yatıyorum. Tam ezan okunuyor, ben yatıyorum. Sonra 2'de, 3'de, 2'de. Şefik Hanım da diyor, ben de ölsem çok geç yatıyorum diyor. Kocası kızıyormuş. Gündüz yatıyormuş, gece. Özlemçik uchodit, gidiyor Özlem eve. Ben de 8'de yatıyordum. Özlem ne zaman geleceksin sen, söyle bana. Yarın. Şimdi kaçta yatıyorsun? Yarın geleceksin. Gel canım. Yengem beni her zaman kabul eder. Evet, yarın çalışmıyorsun. Davetsiz misafirim. Her zaman gelirim. Зерис бирас сахилы. И окул окуйчу. Ошенин шапка. О, ты что, гюзлюк унуттун? Видите, какая у меня узли. Ай, да татлы ашки его узли. Душ алмыш. Душа, да. Tekrar görüşürüz. Görüşürüz Özlem. Evet, sizi seviyorum. Yengemi seviyorum. Abimi seviyorum. Görüşürüz. Bir gün çiğ köfte yapıp gene midelerim aşkım, olsak mı acaba? Çiğ köfte nas priglaşayet. Ne zaman çiğ köfte? Çiğ köfte yaparız da çiğ köfte yemek olarak yemeyiz ya. Biz ama yemek gibi yiyoruz. Öyle olur mu? Mideler bozuluyor. Ben işte benim için şey yapmaz. Ben çok yemiyorum da. Abim şey fazla yiyor bu sefer. Ben de yapmaz. Ben çok seviyorum. Ben şimdi baksana. Şey şimdi bile şişti. Ben ölüyordum bir ara. Spaz. On говорит опухо. Yaptın da. Ne yedin sen aşkım şiştim? Ne? Ona же у нас. Фармацевт. Стоят попы все. Короче говоря, все, пошла Узлин домой. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.